Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня мне в голову пришла просто гениальная идея. Сегодня с помощью нового зелья моего дедугана я выясню, в чем же заключается смысл женской логики. Я превращусь в девушку, уменьшусь до размеров муравья и выясню, как же получить сердечко девочки и влюбить ее в себя. Так мне нужно новое зелье моего дедугана. Потопали. Берем стакан, наливаем туда немножко водички. Берем томатную пасту. Немножко томатной пасты. Ну так, от души, чтоб было, от всего сердца. Хлюпаем сюда и перемешиваем. Соль. Ну так, чтоб тоже от души. Хлюпаем сюда, перемешиваем. Потом необходима зубная паста. Чуть-чуть. Немножко зубной пасты. Давай. Да что ж это такое? Вот, зубная паста. Сюда. И потом необходима крабовая палочка. Ну, вроде свежая. И хлюпаем сюда. Все сюда и тщательно перемешиваем. И в принципе наше зелье готово. Давайте еще раз перемешаем. Нормально. Момент истины. Сейчас я превращусь в девушку, стану размером с муравья и выясню, в чем же заключается логика девушки. За ваше здоровье. И? Ой, все! Чё это сейчас было? Ой, все. Я даже не сомневался в том, что зелье моего дедугана отлично мне поможет. Так, давайте посмотрим, сработало ли зелье и сработало ли то... Я блондинка. В юбочке. Так, мне нужно это увидеть. У меня юбочка. И я... Пышногривая просто блондинка. Слушайте, мой дед был на самом деле гений. У него есть зелье на все случаи жизни. Я превратил свое тело, тело девушки, отделился от этого тела, стал муравьем. И сейчас я буду исследовать логику девушек. Я никого не хочу обидеть. Девушки самые прекрасные создания на этой планете. Но мне просто интересно, в чем же заключается логика? Почему девушки так часто говорят... Ой, все, я обиделась. Почему? Почему так часто? Ой, сейчас мы это все с вами прекрасно выясним. А кто, кстати, еще не смотрел мою предыдущую серию, то посмотрите, вот тут есть подсказочка. Посмотрите, как я себя лечил, потому что я болел, сейчас мне уже намного лучше. Как видите, эта серия мне помогла, предыдущая. Посмотрите обязательно предыдущую серию операций и потом возвращайтесь в эту серию. Посмотрим, как же я буду исследовать свое тело девушки. Что нам пригодится в этой серии? Давайте мы посмотрим. У нас есть меч, у нас есть кирка, скальпель, конечно же, лук, лопата и цветочки. А, цветочки, чтобы подарить девушке, потому что девушки же любят цветочки, да? Я надеюсь. Кто хоть раз? Вот давайте сделаем так. Девушки, если вы хоть раз получали в своей жизни цветы от парней, напишите в комментарии еще раз сердечко. А парни, если вы хоть раз в жизни дарили цветы своей маме, бабушке, девушке, также напишите в комментарии сердечки. Мне просто интересно, сколько же таких парней-джентльменов, которые хоть раз в жизни радовали такое прекрасное создание, как девушка. Хорошо, давайте мы посмотрим. Спустимся вниз и выясним, что же таится в девичьем сознании.
мне нужно добыть немножко блоков, чтобы забраться сюда наверх, потому что блоков у меня вообще уже нет, мне блоков не дали на... в этой серии. Так, девичье сознание. Здорово, здорово, Эдисон Баба. Я даже не знаю, как себя назвать, те или девушки. Эдисон Баба, давайте мы посмотрим. Девичье сознание. Ага, ага, ага. Это рычаг девичьей логики, да? Что он делает? Вроде ничего не... А это что делает? Хрен его знает, что это делает. Девичья логика меня уже в ступор вела. Так, давайте мы еще раз посмотрим. Что делает этот рычаг? Ничего. А что делает этот рычаг? Тоже ничего. Твою мать! Пони! 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 Так, девушки, пожалуйста, объясните, почему у вас в логике, почему у вас в голове мысли про пони? Я не могу понять, что это сейчас было. Почему я нажал на вашу логику, взорвалась стена и появились пони? И как мне сейчас от них избавляться, а? Ладно, ладно. Идите сюда! А может они просто целоваться хотят? Нет, сомневаюсь, что они... Так, хорошо. Девушки, я к вам с любовью пришел, я превратился специально в девушку, чтобы просто поднять вашу логику. Почему вы меня атакуете своими пони? Они меня сейчас... Одно сердечко, вы что, издеваетесь? Девушки, успокойтесь, пожалуйста. Напишите, пожалуйста, в комментариях, почему у вас в создании пони, почему они меня атакуют. И ядрить, колотить. На. Так, не, вот. На. Вы вообще понимаете то, что они меня чуть не убили? Так, быстро. Господи, что за нечистая сила, не могу понять. Ладно. Прекрасно. Я не успел понять, в чем заключается смысл девичьей логики, как она меня уже хотела убить. Может, эти рычаги еще раз сделали? А что они вообще сделали, а? Что за секретные комнаты какие-то у нас тут? Ага, понятно. И тут у нас обитали пони, а я даже этого не знал. Просто замечательно. Так, хорошо. Я не знаю, в чем смысл девичьей логики и что вообще сделать, чтобы ее понять, но давайте мы, знаете, пойдем через другой путь. Не через задний девичий, а пойдем через девичье сердечко. Выясним же, как добиться девичьего сердечка, где оно у нее должно быть. Ну, примерно, если у нас вот тут центр, то где-то вот тут. Я случайно упал. Честно, я... Так. Это девичье сердечко, да? Почему девичье... Почему в сердечке у девочки нашей? У меня, точнее, ну... У меня моего женского пола, а-ля зелье моего деда мне отлично помогло. Почему в сердечке у девочки какие-то мужики стоят? Просто рота каких-то мужиков, у которых скины радуги. А эта девочка шипер, да, как я понимаю, или нет? Пропустите меня, пожалуйста. Я пришел с миром. Я просто туда дальше пройду, потому что мне интересно, что там находится сзади. Пропустить, пожалуйста, пропустить. Твои. Пропустите! Это же отстаньте! Так, смотрите, они меня просто пинают, какой-то баскетбольный мяч по всему этому полю. Цветочки, держите цветочки. Тебе. Отдай цветок тогда, если тебе не нужен. Отдай цветок! Так, давайте по центру пройдем. Заберем цветок. Да, забрал. Я знал то, что сердце девушки очень неприступное. И чтобы получить к нему доступ, нужно, наверное, совершить какой-то просто поступок Супермена. Но тут как-то слишком сложно. Чё за армия радужных, глазастых, слюнястых джентльменов? Пропусти меня, пожалуйста. Пропусти. Да заколебали, пропустите! Не, я так всех точно... Ладно. Так, есть тут телепорт обратно, да. Да, Ладно. Ты об этом не знал, но мой дед на этой карте зарыл
секретное сокровище! Я его сейчас достану, не зря... Идите, звери! Так. Ну что, пукалка моя, твое время настало. Девушки, если вы не хотите, если вы не хотите дать мне доступ к своему сердечку просто так, то я его получу силой. Силой я его получу, но я заполучу доступ. Ладно, ладно. Почему девушки такое сложное создание? В хорошем смысле такое сложное создание. Понимаете, их нужно чем-то прямо удивить, чтобы они в тебя влюбились. Так я сейчас удивлю! Я сейчас удивлю ваше сердечко! Готовы? На, я всех этих перламутровых нафиг! Нет патронов. В смысле нет патронов? Есть у меня патроны, все прекрасно, у меня есть! Натя, Натя, где? Где? На, еще тут! Дед, спасибо тебе за пукалку! Так, все, патроны кончились. Ну что, я заполучил доступ к сердечку вашему. Так, а это еще за... Что за... За механизмы? И что это за микрофон какой-то тут стоит прямо по центру? Я же должен быть обаятельным! Я же должен как-то удивить девушку, чтобы она в меня влюбилась. Сейчас, подождите. Ты самое прекрасное, чудесное создание на этой планете. У тебя потрясающие глаза, обаятельнейшая улыбка и очень мягкие, пушистые и красивые волосы. Ой, все! В смысле, ой, все! Сознание девушки на меня обиделось за то, что я сказал, что она красивая. Ладно. Наше с тобой следующее свидание будет на крыше небоскреба. Просто прикинь, просто представь себе на секундочку. Стол, два стулья. На столе стоит бутылка шампанского со льдом. Цветы, цветы, где цветы, где цветы? Вокруг цветы, цветы, везде цветы. Везде, а вот зачем нам цветы нужны были. Вот, везде цветы. Сзади тебя из-за твоей спины выходит музыкант с гитарой. Тащат, два таджика тащат с собой пианино. Ставят его. Выходит Николай Басков. Садится за пианино и начинает петь. Я натуральный блондин, на всю страну такой один. Ты такая, ой, это мужчина моей мечты. Как же я долго о тебе мечтала. Выходит скрипач из группы Шляпники и начинает петь. Что он начинает петь? Стой тру! Ту-р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 у
ты! Я такой мечтал! Я такой достаю коробочку. Стою на колени. Стою на колени. Открываю эту коробочку и делаю тебе предложение. И что ты на это ответишь? Ой, все! В смысле, ой, все! Я знал то, что будет сложно, но не настолько. Ну ладно, пошла ты в сраку. Так, если ты хочешь... Вернись, любимый! А, сейчас вернись! А, ну значит, нужно уйти, чтобы ты хотела меня вернуть. Ну ладно, я вернулся. Ой, все! В смысле, ой, все? Ты только что мне сказала вернуться! Сознание девушки, алло! Ладно, до свидос, я больше не буду... Вернись, любимый! А, вот сейчас вернись. Вот сейчас ты меня любишь, да? Ладно, я вернусь. Проваливай отсюда, скотина! В смысле пошел вон? Ладно. Дед меня научил еще одному способу! Потрясному такому! Если ты хочешь как-то заполучить девушку, тебе нужно ее удивить! Слышь, Чикса, я ща твое сознание просто на маленькие кристаллики разорву с помощью вот этих всех ТНТ. Скажи мне что-то, кроме «Ой, все!» «Ой, все!» Я еще успел тпхнуться! Слушайте, это просто потрясно! Я так и не выяснил, в чем же заключается...
Девушки, пожалуйста, как получить доступ к вашему сердечку? И вообще, смогу ли я это сделать? Я. Как вы думаете? Парни, вот ты на меня сейчас смотришь. Вот как? Как влюбить в себя девушку? Получится ли у меня это сделать? Я не могу понять. Я не могу вообще понять. Ну ладно, давайте мы тыпахнемся на второй этаж и посмотрим. Сознание девушки, там дырочка, сердечко девочки, там тоже дырочка, юбка девочки, и под юбкой там тоже дырочка. Ну это не важно. А чё я несу? Не, слушайте, ну я вообще сексапильный, блондин, натуральный, блондинка точнее, и в красной юбочке. Но это слишком сложно для меня, это слишком сложно. Давайте, я не знаю, давайте мы поспим. О, здорово, с добрым утром, господа, джентльмены и мадамы, лошадки. Я не знаю, что сделать, я не знаю. Я сейчас пойду, заварю себе опять еще одно зелье дедушки, чтобы вернуться в свое тело. И буду гуглить, как же заполучить сердечко девушки и как ее в себя влюбить. Сложная математика. Ребят, я не знаю. Давайте мы сделаем так. Давайте вы поставите лайкусик прямо сейчас на вот эту серию и напишите в комментарии, хотите ли вы продолжение нашей рубрики «Операции в Майнкрафте», потому что я пока не справляюсь. Для меня эта серия выдалась очень сложной. Уйди, я сказал. Уйди, я сказал. Фух, ребят. Подписывайтесь на канал, если хотите продолжение, чтобы не пропустить новые серии операций. Я надеюсь, что вам эта рубрика нравится. Если да, то ставь обязательно лайкусик. Подписывайся обязательно на канал и обязательно нажимай на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых роликах и о моих стримах. Спасибо всем огромное за поддержку. Я пойду дальше варить зелье. Дед мне оставил книгу с рецептами. Я пошел. Вы ставьте пока лайкусики. Скоро мы с тобой еще увидимся. До следующей серии. А, смотри.